Добрый день, меня зовут Андрей, я специалист по физической реабилитации Центра Здоровья.ру. Темой сегодня нашего занятия являются головные боли. Мы рассмотрим, от чего они появляются и как от них избавиться. Появляются они в основном из-за спазма мышц шеи и верхнего плечевого пояса. Избавиться от них вы сможете небольшим комплексом упражнений. Его можно делать непосредственно, когда вы чувствуете головную боль. Наш комплекс состоит из трех упражнений. Первое – это круговые движения назад, достаточно 20 движений, и вперед. Этим упражнением вы поможете улучшить кровоснабжение. Следующее упражнение задействует ваши грудные мышцы, что также облегчит вашу головную боль. Выполняется следующим образом. Опору вы можете использовать абсолютно любую. От рабочего стола до лавочки. Мы используем такую опору. Достаточно также 10-15 таких отжиманий, и вы почувствуете облегчение. Завершать наш комплекс следует таким упражнением. Становитесь ровно. Поворачивайте шею вправо и фиксируйте это положение на 5-7 секунд. Плавно переводите в другую сторону, повторяйте то же самое. После этого вы почувствуете, что ваша головная боль постепенно уходит. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, делайте перепост и всего вам хорошего.